Пакьяо выразил готовность провести реванш с Мейвезером. Филиппинский боксер заявил, что окончательное решение остается за Флойдом. Обладатель титула Бо Регьюлер в полусреднем весе Мэнни Пакьяо прокомментировал слухи о возможном реванше с непобежденным чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером. Если Флойд вернется в бокс, то реваншу быть. Если он захочет провести повторный поединок, то он его и получит, так что решение за ним. Но сейчас я сосредоточен на встрече с Бронером, поскольку не буду недооценивать Эдриена или воспринимать его как легкую преграду. Пока что я не думаю о следующем поединке, цитирует филиппинца Бак Син Син. Пакьяо и Мейвезер встретились в мае 2015 года. Тогда американец победил единогласным решением судей. Напомним, что филиппинец проведет свой ближайший бой 19 января в Лас-Вегасе, США, против Эдриена Бронера. Ранее наставник Пакьяо выразил надежду, что Мэнни проведет реванш с Мейвезером. По материалам сайта newsgra.com.